Чтобы фронтовая бригада приехала именно в ваш двор, необходимо договориться с соседями об удобном времени и подать заявку в Комитет культуры. А уже 8 мая в назначенный час спуститься на улицу и поучаствовать в концерте. В качестве исполнителей военных песен выступят артисты театра «Волшебная флейта», Центра национальных культур и «Лиры». Заявки принимаются до 2 мая. Всю информацию можно узнать по номеру, который вы видите на экране. Внимание! Количество фронтовых бригад ограничено.